Новые поправки в законодательстве сократят количество пунктов ночного розлива алкоголя в Магадане. На еженедельном брифинге мэра Магадана Юрия Гришана стало известно о судьбе так называемых круглосуточных наливаек. С 5 мая в регионе начал действовать федеральный закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Поправки устанавливают новые ограничения на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. Если помещение общепита расположено в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, то торговать алкоголем можно, если в кафе есть зал обслуживания посетителей площадью не менее 20 квадратных метров. Речь идет о специально оборудованных комнатах, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий или покупных товаров. Данные поправки к закону запрещают использовать такие наливайки, во-первых, в жилых домах, и вблизи этих жилых домов. Вот что касается вблизи этих жилых домов, эта норма отдана муниципалитетам, чтобы мы в процессе обсуждений смотрели, насколько все-таки та или иная точка задевает интересы рядом живущих людей в многоквартирных домах. Мэрия Магадана совместно с Министерством сельского хозяйства и лицензирующим органом вынесут предложение об изменении правил работы ночных наливаек на ресурс «Открытый Магадан». К обсуждению также подключат депутатов, общественную палату с тем, чтобы понять, что в городе можно оставить, чтобы не нанести вред жителям областного центра. Значит, смотри, вот вчера